А ты только себе делаешь? Да. А, я не хочу с молоком. Я себе такую. Тоша, тихо. 23 апреля. Выпущу вот этих крикунов, потому что они дадут. Вот что у меня получилось. Тут овсяночка с кешью, чуть-чуть арахисовой пастой и с курагой домашней. Тут у меня мультик «Астерикс и тайное зелье». Я думаю, многие из вас «Астерикс и Обеликс» в детстве смотрели, и вот вышел мультик, типа полнометражный, прикольненький. Я решила его посмотреть. И я ляпнула маслом из арахисовой пасты на свою любимую худи. Поэтому засыпала солью жирное пятно, надеясь, что это поможет. Но не факт, что это поможет. Я не знаю, какую овсяночку показывала вам Маша. Она делала себе с молоком, а я без молока. Но у меня вот такая вот. Тут много разных орехов и курага. И семечки еще. Что? А что ты эту мелкую взяла? А, захотелось такой сегодня. Она без сахара. Без соли. Ее нужно есть совсем вместе. Просто отдельно овсянка нет. А вот именно с вот этим вот всем. Потому что курага очень сладкая, орехи плюс тоже сладкие. Астерикс, не валяй дурака, ну что ты? Поторопись, сделай что-нибудь. Астерикс, вали уйти, а я... Что случилось? А что тут происходит? Тебе видно, Маша? Очень озадачена чем-то процессом. Ку-ку, что ты там делала? Эмичка, девочка, что ты там копала? Ты решила покопать? Проснулась и копает, ну. Да. А Маша смотрит мультик. Да, хватит. Да, в самом деле, как приятно быть землевладельцем, не спеши. Всем привет. Писали мне, что нельзя расчесывать мокрые волосы. Но, дедуша, я не могу. Если я вот так вот высохну, вот так вот, можем провести эксперимент. Не буду расчесывать сейчас. Вот так вот высохну, а потом расчешусь. Во-первых, будет тяжело расчесываться, потому что они у меня как паутинка, тоненькие волосинки. Если они высыхают запутанными, хотя я перед тем, как мыть, я их расчесываю, конечно. И если они у меня высохнут в запутанном виде, как сейчас, то я их потом, когда буду расчесывать, они будут еще больше выдираться и рваться. Вот, поэтому я всегда их расчесываю все-таки в таком, во влажном виде, вот как сейчас, не прям мокрые, не выдираются волосинки. А вот если я вот так высохну, то потом, посмотрите, что будет, я специально сегодня так сделаю. Маша вернулась из колледжа раньше, то есть она уехала. На машине, кстати, сама поехала. И вернулась через пару часов. После первой пары, в общем, она вернулась. Потому что у нее была температура. Сопли, чихает. Ну, в общем, подхватила вирусняк, видимо, какой-то. Вот. Так что дома сейчас отлеживается. Я ошибалась. Я высохла. И теперь расчесываюсь. И все получается. Приятно ошибаться в чем-то, в том, что для тебя хорошо. Нет, все-таки не хочет расчесываться. Что это такое? Я не знаю. Ты беспредел. Маша. Я режу этот авокадо. Он уже поспел, его нужно съесть. Хорошо. Вот так классно чистится. Молоко, бананы, хлеб. Можешь взять одну черную шоколадку? Могу, а что ты хочешь? Просто вкусно в овсянку добавлять, ну типа кусочек шоколада. Ты мне напиши это все в Вайбере. Или в Телеграм, потому что я забуду.
А в аптеке тебе что-то надо? Вот этот, что ты пьешь? Изопринозин? Да. Да. Ну вот пиши. Смотри, начала уже портиться этот авокадо, ну. Как так? Сильно богатые? Чтобы авокадо портился у нас. Какой ты мультик сегодня уже по счету смотришь? Вставай. А это мультик или фильм? Фильм. А что за фильм? Пит и его дракон. Ух ты. Это твой. Супермен звонит. Алло. Да. Да, сейчас магазины. Окей. Ясно. Хорошо, сейчас наберу. Ну, не сейчас, через минут 20. Угу. У нас есть булгур и есть кускус. Я хочу, чтобы ты купила грибочки, я написала тоже. Я сделаю, или ты сделаешь, короче, сделаем кашу с грибами, или кускус, или булгур. Там у нас чуть-чуть кускуса осталось, да, один раз. Слышишь? Да. Кускус, булгур, нормальную еду мы будем когда-то есть? В смысле? Мне уже надоели эти все кашки. Я хочу картошку. Ну ты сама ее будешь делать. Хорошо. Какую ты хочешь? Давай пюрешку. Давай. О, у нас есть скумбрия. Ну, пюре будем готовить? Не знаю. Нет, давай, ну не знаю. А запечь не хочешь? Картошку? Да. В духовке? Да, под сыром. Нет. Это сложно. Хочешь, мам? Нет. Мам. А в чем? У нас нет специальной такой скалы. Откроешь, а нет противня у нас. На противне? Мыть потом противень. Я не хочу, нет. Ну ты жопа. Нет, если ты будешь мыть, вот смотри, видишь, как ты рассуждаешь. Ты хочешь готовить, но ты не думаешь о том, что потом это надо мыть. Я помню до сих пор твои бананы запеченные, этот противень оставленный у меня там тихонечко в духовке, который я через месяц обнаружила. Я не помню. Ага, а я помню, что я его мыла. Поэтому... Я вспомнила, ты с мойкой делала. Хорошо, Маш, я приготовлю картошку запеченную на противне в духовке, но ты будешь мыть. Я тебе помочь. Нет, я приготовлю. Я люблю готовить, я мыть потом это не люблю. Поэтому духовку, там все, что будет наляпано возле, за пределами, противень, это все твое. Хорошо? Нет. Вот просто так. Если я буду готовить сама, я буду аккуратно это делать. Хорошо, готовь сама, тогда помоешь. А ты помоешь? Нет. Я тоже буду аккуратно. Какой ужас. Мы вообще не должны про это думать. Мы должны думать в первую очередь про вкусный ужин с тобой. А нет, мы нет. Начинаем вот это. Фу, так жить с тобой, блин. Какой вкусный авокадо. Ну, и мыть ничего не надо. А я тоже вообще-то хочу. Какой вкусный авокадо, и мыть ничего не надо. Ну, только если ты не уронишь, конечно, на диван. Что я-то ем над тарелкой. Ой, как вкусно. Сидим здесь. Это круто, когда ты можешь взять и съесть целый авокадо. А где ты его купила? В Фуре. О, да? Да. Купишь? Если будет хороший, куплю. Он был реально классный, я видела. Нам нужен тостер, мама. Каждый раз боюсь, что квартира сгорит сейчас. Он опять застрял был, да? Нет, но как бы... А, да, да, когда тебя не было. Ну да, я ж видела влог. Ага. Маша такая сгоревшая варенка. Так, все, я одеваюсь и потопала. Ты мне все это написала? А-а. Напиши. А.
И что там тебе? Нос. Нос, пшикалки какие-то там. Есть тормозолин. Тормозолин, да? Хорошо. Там. Ты будешь еще авокадо? Да. И салфеточку дать? Да. Спасибо. Господи, боже мой. Женщина, что ты сделала? Взбудоражила твой быт чуть-чуть. Сегодняшний быт недобыт. Так, пиши давай, подсолнечное масло, сейчас все забудешь. Смотрите, смотрите, что тут рядом с Машей. Чувствую, сейчас будет залипон, да? А губку также выдвинуть. Понимаешь, я делать скриншоты. Это было так смешно. Маша закапывая. Отмечать всех моих друзей. Артема. Маша закапывала носик и так губку нижнюю вытянула. Чтоб дырочка больше в носике была, наверное. Классный фильм. Маша смотрит кино. И вот что делает. А я иду в магазин. Я уже себя снимала. Говорит, себя сними хоть раз. А вот это все мне предстоит сейчас вынести. Это мусор. Ты сможешь. А у меня тут проблема. Я утопилась полностью. И теперь не знаю, как мне выбраться. Ну, побуду пока там. Там тоже неплохо. Я буду не против, если ты купишь в магазине что-то еще. Ты же услышала, да? Закройся. Не могу. Я застряла. О, да уж. Это прекрасное чувство. Но я правда не знаю, как тебе снять это со своей руки. Поэтому побуду пока там. Ох. Фильм называется «Дракон Пита». На улице. Пшшш, Мария. Она уже вернулась. Как там классно. Я представляю, мам. Я уже не могу, честно говоря. Вот это мне тут. Жарко. Мне не нравится. Я уже не могу, правда. Ты пила таблетку? Сколько? Две. Две или три надо пить? Три. Что ты купила? Все по списку. Ничего другого. Я ничего не нашла. Дело взять авокадо какой-то там модный. Когда у меня было цены на нем, я пришла на кассу. Она побежала смотреть по штрих-коду. Приходит, говорит, 77 гривен штука. Надо? Она говорит, нет. 77 гривен авокадо. Какой-то там, типа, пупырышка такой, знаешь? Купила гематоген, хочешь? Помидорчики купила по тебе в этом. Что ты сделаешь на обед нам? Я еще не знаю. А я уже хочу кушать. Я тебе могу дать банан, хочешь? Нет, я хочу, чтобы ты приготовила покушать. Я приготовила. Вчера я готовила обед, сегодня твоя очередь. Нет, картошку буду варить. Так, курица. Тостовый хлеб. Какой же вам брали? Вы сырковый, да? Грибы. Йогурт. 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 И йогурт. Йогурт. Молоко. Чувство, вроде уже у нас реклама молока пошла. Не, молоко я вегетарианское купила с маслом. Черный шоколад. Не Рошен.
Хорошо. Не надо только сразу. Хорошо? Нет. Так. Мама меня не любит. Маша вышла подышать воздухом. О, у нас уже на балкончике так хорошо. Ух ты, у нас там окно есть? Я не знала, что оно тут открывается. Просочилась. О, стой там. Просочилась назад. Нет сил. У нас со всех сторон теперь деревья в окнах. Везде тут. Можно ходить голой теперь. Да. У нас, конечно, с этим проблемка прям. Прийти с душа в кровать. То что я сделала? Уйди. Ты же не даешь обниматься. Я хочу... Маша со мной хочет обниматься, а я не даюсь, потому что не хочу, чтобы она на меня хекала. Не хватает маминой ласки. Ой. Моя рыбка, моя зойка. Выздоравливай, Кися. Хорошо? Кто-то за тебя кто-то вспомнил. Алло. Ты все там же. Лежу. Артём? Да. Такие же. Не-а. Да. Ты шо? Что ты там катаешь на автомате? Педаль понажала, поехали. А он на автомате учится? Скучно. 10 занятий это много. Артём тоже пошел в школу вождения. Называется «Хотела приготовить картошку». Раз, два, три, четыре, пять картофелин. Картошка отменяется. Макаронов мало, поэтому что у нас? Булгур! Маша сказала, прояви креативность. И я прочитала, как готовить булгур. Тут написано, что перед варкой зерно несколько минут обжарить на растительном масле нужно. И что я сейчас и сделаю. Вот у меня уже греется такая вот кастрюлька специальная. Сейчас сюда добавим маслечко. Маша, чайник закипел. Я выключаю. Обжарив его на подсолнечном масле, это придаст ореховый вкус. Вот сейчас мы это и проверим. Много булгура не бывает. Щикс. Никогда не жарила крупу. Проявляю креатив. Когда я очень голодная уже, решила пожарить булгур. Да. Съешь банан. Фрукты очень полезные для оздоровления организма. Лимфомиазот выпей. Молодец. За 20 минут до еды положи банан. Съешь через 20 минут.
На самом деле пошел очень вкусный, приятный запах. Это работает. Класс. Даже Маша с заложенным носом почувствовала. Обалдеть. Попробуйте так сделать. Кайф. Так, смотрите, Маша, блин. Так, смотрите, я налила туда 3 стакана воды на 2 стакана этой каши булгура. Пахнет вообще так отменно. Сладким орехом пахнет. Не знаю, как объяснить. Очень вкусно пахнет. Прям не хотелось мне солить ее. Помыла, сейчас порежу еще сюда, обжарю. Как их там, господи, шампиньоны? И, наверное, еще туда добавлю помидоры по совету Маши. Маша развесила стирку и опять включила какой-то фильм. Или обжаривать, или в прикуску. Свежие в каше помидоры будет такое, как будто бы уронили салат случайно в кашу. Не, я думаю, их можно... Мне кажется, лучше с шампиньонами, но без помидора. Не обжаривать, да? Мне кажется, они перебьют, дадут такой сильный томатный вкус. Хорошо. Видели, сколько было грибов? Когда их порезала, было пол сковородки сверху, так, ну, так больше, чем пол сковородки. Вот пожарила, сколько получилось. Булгур уже сварился. Вот так он выглядит. Все готово. Готово, все. Закрой балкон. Ну, я хочу видеть лицо Нелли, когда ты ему об этом скажешь. Он будет ярость. Он, небось, такой. Спасибо. Смотрите, это цветная капуста. Мы ее едим сырой. Маша, почему он постоянно орет? Мы ее едим сырой. Очень нравится. Вкусно, попробуйте. Сольно. Мы поели. И мы. Скажи. Маша колдует. Просто стой. Надо в другую теперь сторону. 40 надо, давай, давай. 37, 38, 39, 40. Смотри на меня, смотри на меня. На меня смотри, стой. Стой, не шевелись. Не шевелись. Не шевелись. Стоять. Не сдвигайся. Зарядка окончена. Давай, Барс! Ну и денек у нас сегодня с тобой, Маша. Надоело, говорит, ничего не делать. Голова болит от ничего не делания. Старанную поскорее. Есть черная. Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.